Вот смотрите, ребят, ситуация. Значит, нигде информации нет по поводу масок в метро. И остановили, не сделали предупреждение до турникетов. Значит, я прошел через турникеты, остановили меня. Вот оформляет, пятак оформляет. И смотрите, сколько людей идут без масок. Черти, блядь. Вот проходят люди без масок. Остановили только меня, для галочки. Вот буквально я постоял минуту, человек 50 прошел. И обратно едут без масок, заходят без масок. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек прошло. Вот идут. Шесть, семь, восемь. Смотрите, да? И вот он сидит, оформляет галочку. Пожалуйста, 9. 10, 11. Вот такая вот технология в России существует. Вот он пошел. 12, 13. То есть в минуту 60 человек, каждую секунду человек заходит без маски. Штрафы этот даже 14. Штрафы этот даже брать не буду. И платить его не буду. 15, 16, 17, пожалуйста. 18, 19, 20. Такая вот хрень. Камера что ли? 21, 22, 23, 24, 25. 60 человек в минуту проходит без маски. Александр Николаевич, вы работаете? Неважно. Неважно, эту информацию я не обязан вам говорить. Александр Николаевич, мне место работы указывает ваше? Указывайте. Хорошо, если указывает, в таком случае место работы где? Александр Николаевич, вы меня слышите? Нет, я не готов с вами разговаривать, простите. Александр Николаевич, да. Мне место работы указывает ваше? Как хотите, по вашему желанию. Ну, что значит, как хочу? Я вас Но слышу. Вы выбрали меня, значит, делайте, Александр что Николаевич, хотите со своим мне протоколом. Место работы ваше? Действуйте, как хотите. Александр Николаевич. Да, да, да. Если вы сейчас будете так разговаривать, я приглашу сотрудника полиции. Будьте добры, пожалуйста, ответьте мне, указывает место работы ваше или нет? По вашему желанию, я не знаю. По моему желанию, я вас спрашиваю, Александр Николаевич. Александр Николаевич. Да, да, да. Место работы указывает? Не указывайте. Не указывайте. Хорошо. Ой, бля. Такая вот канитель, ребят. С 12 числа какого месяца, непонятно. Маски обязательны. Вот первый раз остановили. Никто никогда не останавливал. Ну, видимо, на премию работают. В автобусе свободно проехал, везде-везде свободно проехал. И вчера ехал, и позавчера. Никто ничего не говорил, никаких предупреждений нигде не висит. Вот, смотрите. Нет ни одной листовочки, чтобы говорило о необходимости, острой необходимости. Да, он повесил вот здесь, где вообще никто не обращает внимания на нее. Она должна висеть при входе в метро, чтобы даже на территорию метро люди не заходили без маски. Вот. А останавливают людей уже и штрафуют на пятеру прямо уже за турникетами, когда я оплатил проезд на последние деньги. Вот. Еду на работу, тороплюсь.
я бы благополучно доехал наземным транспортом, но вот решил сэкономить время, сэкономил. Так что, уважаемые зрители YouTube, поставьте лайки, пожалуйста, ставьте комментарии свои. Давайте разберем эту ситуацию. Вот как шли люди, так и идут без масок. Никого не останавливают. Все замечательно. Индивидуально. Не понравилась моя рожа, видимо. Более 50% человек идут без масок. И никто даже не подозревает о том, что они в зоне каких-то непонятных штрафов. О чем должны толдычить везде, по радио, по телевидению, в интернете. Ничего подобного нет. Самая последняя информация — взрыв в Бейруте, который нам нафиг не нужен. Вот, Путин уже послал туда помощь. А своих вот помощь, наверное, собирают к Бейруту по 5000 каждого, кто без маски. Будьте осторожны, ребята, чтобы не тратить свое драгоценное время. Должны организовать, где-то поставить какую-то палаточку с масками. Пусть она вам будет дороже, там 50-60 рублей. Но все же это должно быть. То есть я сейчас должен вернуться, да, найти где-то аптеку в километре от метро. Вот, а может быть, не найти. Тем более, кто едет рано, аптеки еще закрыты. Ну и так далее и тому подобное. Самоизоляция. Или что это? Вот девушка на пятерочку умазалась. Составляют протокольчик и тачок. Ну, естественно, оплачивать я его не буду, обжаловать ничего не буду. Это все бред. Не знаю, с кого они будут брать штраф. Ну и посмотрим дальнейшие действия его. Как он? Вот, смотрите. Все идут без масок. 50%, может быть, больше людей. Обидно, обидно, конечно. Вот он бы здесь писал эти протоколы сутки. Если бы всех остановил. Он этого почему-то не делает. Галочка. То есть ему начальство сказало, там 20 протоколов в день. Он их выпишет. Не более. Работа для галочки. Я вот делаю мебель не для галочки. Если мне нужно сделать диван, я его делаю от начала до конца. Вот. Здесь это просто отработка бюджетных денег, которые мы платим налоги с вами. Да. Вот она пошла, отдохнула, пришла теперь гнобить людей. До 10 минут дотянем. Вот, пожалуйста. Да, самого бедолагу. Не русского какого-то, казаха остановили бедного. Такая ситуация, ребят. Выборочно. То есть эти три могут проходить смело. Это четвертая девушка. Все могут проходить выборочно. Казах должен идти в маске, значит. Ну вот, да, конец. Заработало. А вывески как не было, так и нет.
Все, ребят, ролик монетизирован, более 10 минут. Пожалуйста, ставьте лайки, комментарии. Прямо сейчас его выпулю в интернет. Все, эта девушка может без майки. Да. 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 Ознакомьтесь, если что-то да. Вам будет непонятно. Мне все понятно, все понятно. Если вам, кстати, здесь будет непонятно, в таком все случае понятно. Скажите, что вам непонятно, я вам разъясню. Все понятно, если я прочитаю вам, кстати, все в интернете. Понятно, ваша подпись в таком случае, пожалуйста. Я имею право не расписываться. Если вы не распишетесь, я буду составлять протокол в таком случае. Хорошо. Где расписаться? Если вам, кстати, здесь все понятно, ваша подпись, пожалуйста. Это не подпись, пожалуйста. Я так расписываюсь. Александр Николаевич, да. Распишите, пожалуйста, как у вас в паспорте. Ваша подпись здесь, то, что получается копия на руке. Нет, где галочка, пожалуйста, внимательно. То, что получается копия на руке. Да. Здесь ваша подпись, то, что вы согласны с данным постановлением, то, что не имеете ни маски, ни перчатки. Вот здесь. Где я не согласен. Вот здесь, где галочка. Я не согласен. Ваша подпись, то, что вы согласны с данным постановлением, то, что вы не имеете... У вас маска, перчатки есть? Я не согласен. У вас маска, перчатки есть? Не согласен. У вас маска, перчатки есть, скажите? Где пожалуйста? Написать не согласен? Александр Николаевич, да. У вас маска, перчатки имеется? Нет. Но в таком случае... Я нигде информации не вижу о том, что Александр я должен Николаевич, носить маску и перчатки. 12 мая. Я посчитал, за 10 минут прошло 137 человек. Вы видите, я один. Пассажиров сколько? 137. Видите? Сейчас я вам копию выдам. Значит, я буду ставьте работать. Здесь военизированную приходите, охрану. Приходите к нам работать. Военизированную охрану ставьте. Да. Александр Николаевич, да. Понимаете, смотрите, что? Вот, смотрите. Раз, Александр два, Николаевич, сейчас три. Сейчас я с вами закончу, вам копию передам. Соответственно, и буду 130 человек прошло, 130 вы человек заразу пронесли. Я один. Заразу 130 много. Человек пронесли. Я посмотрите. Не могу останавливать. Но если не, вы не можете, почему пока, вы выборочно работаете? Значит, выборочно. Вы значит, без маски, без перчаток. Вы выборочно работаете. 12 мая обязательно ношение маски. 12 мая все люди ходят, посмотрите, без масок. Вы находитесь, Александр Николаевич, да. В общественном транспорте московского метрополитена. Да, 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 из-за да. Отсутствия средств индивидуальной защиты предусмотрена административная ответственность. С какого числа? Почему она сегодня? Я каждый день езжу. Почему только сегодня? Только сегодня. Вам копия, соответственно, у вас будет 60 дней на оплату штрафа в любом отделе. Я не буду платить штраф. Если в течение 60 дней вы не оплатите, сумма на 61 день будет увеличена. Пусть увеличится. Я все равно не буду платить. Если с данным постановлением не согласны. Не согласен. У вас будет 10 суток на оплату. Не согласен. Черт, галимый. Сука. Путинские шестерки, блядь. И до раз и кончилось.